Амичи могут пожаловаться на качество школьного питания сотрудникам прокуратуры и общественникам. Народный фронт и региональное надзорное ведомство запустили горячую линию. Звонки принимают от жителей областного центра и муниципальных районов с 10 до 18.00. Горячая линия будет работать до 27 октября. Отметим, за последний месяц в Омске разгорелось несколько скандалов, связанных с питанием детей. На работу в столовых, к примеру, жаловались родители учеников Омской казачьей кадетской школы-интерната, а также школ номер 37 и 65. Они сетовали на скудное меню, маленькие порции и просроченные продукты. После этого сотрудники прокуратуры организовали масштабную проверку образовательных учреждений.